Представляю. Магнитола от компании Телефункин. Модели Телефункин RS760TS. Работает левый кассетник. Значит, вы видите, здесь есть радио КВ 88 на 108. Два кассетника, сабвуфер. Выходы сабвуфера с левой стороны, левая динамика с правой стороны, правая динамика, регулятор радио, эквалайзер, красная кнопка, это управление сабвуфером, IPD, не знаю, что такое, пока не разобрался, микрофон, AUX, включение наушников, управление, значит, функциями, функциональное управление, стерео-моно, управление диапазонами и так далее. Вот сейчас я начинается песня Deep Purple. Послушаем. Да, песня Highway Star, звезда автострады, известнейшая песня. Что магнитола Телефункин RS760TS звезда аудиотехнического прогресса Германии. Произведение.
Моцарт и Бетховен, только в роке. Таких вещей уже больше никто не сочинит и не такого, таких музыкантов уже не будет, я думаю. Вот среди в мире сейчас, ну кто знает, будет что-то другое. Вот, понравится она нам или нет. Но хочу немножко об аппарате рассказать. Значит, аппарат достался мне в хорошем состоянии. Значит, в хорошем состоянии. Все головки практически все целые. Никто его не мочил, не дрючил. Вот, значит, что я его просто устроил ему небольшую баню в передней части. Значит, он был чистый, но все равно я практикую профилактику таким образом, что сначала баня, потом значит, чистка ползунков, в каком они виде бы мне не достались, да, я их все равно чищу, значит, американским средством, вот, каждый ползунок чищу, смазываю, и все эти крышечки пластмассовые тоже они моются, чистятся и так далее. Значит, вычищен от пыли левый динамик, правый динамик, значит, выходы от этого самого сабвуфера. Они тоже были пыльными. Вот. Ну, в общем-то, с ним ничего такого. Он хорошего внутри состояния. Просто прекрасным. Вот. И что там было? Ну, как всегда, профилактически нужно поменять пасеки. Вот. Ролики в нормальном состоянии, не треснутые, в хорошем состоянии. Немцы ставили резину хорошую, но значит, пасеки, естественно, от времени высохли. Вот. Их нужно было поменять. Вот, поменял. Поэтому все работает. Все стерильно, чистое. Вот, с задней стороны тоже все наклейки целы. Все на немецком. Паспорт на немецком. Все в наличии. Вот. Кому интересно, задавайте вопросы, пишите. Поговорим об этом. О магнитофоне, магнитоле. Может быть, кто-то что-то расскажет интересное. Что я не знаю. Мне будет очень интересно послушать. Так что пишите, звоните, оставляйте отзывы. Спасибо за внимание.